Актриса Паулина Андреева считается одной из самых красивых в российских кино. У нее фарфоровое лицо, притягивающее взгляды фигуры и отлично развитое чувство стиля. Кажется, что такой красавицей было всегда, но это далеко не так. В самом начале карьеры молодая жена Бондарчука снималась в сериале «Закон и порядок». Там она выглядит как самая типичная студентка, только-только вернувшаяся с пар. Красота еще не раскрылась в полной мере, и актрису не отличить от обычной россиянки. Кудрявые темные волосы, большая черная шапка, серое пальто и объемный шарф делают Андрееву абсолютно неузнаваемой. Даже черты лица как будто другие. Сейчас же от актрисы сложно оторвать взгляд, тем более камера. Она не боится и спокойно обнажается перед ней. А вам нравится эта артистка?